почему мобилизованных нет сроков, почему они должны там быть бессрочно. В нашей стране очень много мужчин, которые могут заменить их. Бунт, требования. В Москве родственницы мобилизированных стали на колени у здания Министерства обороны с требованием вернуть их мужей и братьев домой. Я просто почему смеюсь? В одном предложении встали на колени с требованием. То есть само уже это предложение очень интересно построено. Не на во, да, действительно. Но в связи с этим у меня вот такой вопрос. Очевидно, что россияне, ну, некоторые, наверное, все-таки устали от войны. И, соответственно, не хотят, вот, ну, выходят же, требуют, чтобы их родственники вернулись домой. Но как это вот вписывается в ту формулу, которую мы уже все давно вывели, что Россия без войны, в принципе, жить не может? Их политики об этом постоянно говорят, что вот, ну, я где-то слышал, кто-то там сказал, закончим с Украиной, у нас есть новые вызовы. Ну, вот Казахстан, например, или что-то такое сболтнул. То есть, как бы, война — это их, не то чтобы стихия, это их проклятие. Так вот, как эта Россия функционирует, когда внутри люди как бы не хотят отпускать, там что-то требуют на коленях, а с другой стороны, эта страна, в принципе, война есть ее фундамент. Значит, во-первых, по Салтыкову-Щедрину, когда встанут люди на колени перед барским домом, стоят подлецы и ведь знают, что бунтуют, и все равно стоят. То есть это нормальная форма протеста на коленях, когда это максимум, который они могут себе позволить, это абсолютно четкие требования, это бунт валяющихся в ногах людей. И мы помним, что поскольку Россия воюет всегда, и была точно такая же разборка с чеченцами, которые до этой минуты тоже были абсолютно свои, ну, как Украина. Не было поводов для войны, не было конфликта, были экономические интересы, была так или иначе там какая-то проблема, связанная с финансовыми потоками. Потом пошли на войну на Чечню, и вот тут появилось явление солдатской матери. И эти солдатские матери не валялись в ногах у власти, они ехали на войну и забирали своих детей. И сейчас, если солдатские матери поедут в Украину забирать своих, то, ну, во-первых, украинцы по ним стрелять точно не будут. Вот это даже не нужно переспрашивать, как будет на это реагировать украинская сторона. По матерям, скорее всего, будут стрелять заградотряды рабоче-крестьянской Красной Армии, ну, то есть российские войска, по своим матерям стрелять точно будут. Это, вот, опять-таки, не требует никаких уточнений. Но если есть требования, не желание валяться в ногах, а требования, если за год уже стало понятно, что война беспросветная, что доля невыносимая, и что нужно возвращать мужика из этого ада в мирную жизнь, тогда садишься и едешь. Потому что выторговать индульгенцию, валяясь в ногах у власти, не получится. Власть переступает через любого, а через униженного и подавно. Но тем более, что для России абсолютно правильно. Для нее война — это главный функционал. И здесь вот пауза предыдущих десятилетий, она воспринимается теперь уже с легким недоумением и осознанием того, что на самом-то деле именно вот те 20 лет мирной жизни, ну, чуть больше, ну, с другой стороны, опять-таки, смотря, что считать мирной жизнью, Советский Союз и Россия воюют всегда, но вот эти 20 лет более-менее спокойной жизни, вот именно они — аномалия. Это именно та картина мира, когда вдруг людям дали возможность спокойно пожить внутри страны, для себя, без внешней политики. Потому что мы помним, что до того советский человек был в обязательном порядке вовлечен в борьбу за мир во всем мире. И обязательно советские пионеры, советские комсомольцы, советские студенты, они были против, руки прочь от Нельсона Манделы. Свободу Анжели Дэвис. Плевать было на эту Анжелу Дэвис тысячу раз. Но нужно было быть так или иначе обязательно вовлеченным в политические процессы. И Россия воевала всегда, и Советский Союз воевал всегда. И задача Советского Союза как государства — это была война. И именно поэтому самым главным был оборонный комплекс, самым главным был среднее машиностроение, тяжелое машиностроение Министерства обороны, и самым главным была армия, а армия, она имела дублирующий состав полного набора государственных институтов. Учебные заведения младшего школьного возраста — армейские, среднего школьного возраста — армейские, высшее армейское образование, армейская медицина, армейские институты какие? Вплоть до армейского института физкультуры. Не говоря уже о том, что было отдельно армейские оперы и балет, театр советской армии, отдельные оркестры. То есть это было государство в государстве. Суть Советского Союза была в войне. Советский Союз воевал. И Советский Союз всегда открыто декларировал, что его задача на штыках принести мировую революцию, потому что пролетарии всех стран соединяться будут только в том случае, если к ним придет на подмогу русский, советский, коммунистический брат на танки, на истребители с ядерной боеголовкой. И вот только так можно будет наконец-то благоденствие пролетариата во всем мире так или иначе сделать явью, а не только теорией. Советский Союз — государство, созданное специально для войны.
И нынешняя Россия, она в этом отношении всего лишь навсего повторяет наработку своих предыдущих поколений. И 20 лет тишины, 20 лет забвения, они очень напоминают вот тот период 20-летнего отсутствия высших мер наказания, когда при одной из императриц, но в силу ее религиозности, почему-то не казнили на Руси. Ну, так получилось. Ну, вот просто так вот повелела воля барышни, настолько перепуганной ответственностью своей личной на том свете, что она решила на этом свете 20 лет Российскую империю, несмотря на то, что у нее были очень серьезные претензии к подотному населению, тем не менее не казнить. И Россия привыкла к тому, что 20 лет нет смертных казней. Вот сейчас Россия нынешняя современная отвыкает с большим, очень серьезным диссонансом от мирной жизни и возвращается к тому, ради чего жил Советский Союз. Советский Союз жил ради того, чтобы помогать Анголе, ради того, чтобы помогать Кубе, для того, чтобы помогать Афганистану мирному во что бы то ни стало. И не было ни единого дня, когда Советский Союз не воевал. Это еще не все войны мы знаем, потому что огромное количество позорных страниц из учебника истории аккуратно вычеркнуты, потому что, например, война в Синьцзяне, когда Красная Армия вошла в Синьцзян, уйгурский автономный округ на территории Китая. И, как всегда, по сценарию их там нет, потому что они назвались алтайцами. И воевали они против законной китайской власти, поддержав мятеж. А поскольку у главного мятежника, это конец 20-х, начало 30-х годов, эта война, у главного мятежника, у него личная охрана была из белогвардейцев, у главного китайского, уйгурского мятежника была личная гвардия из белогвардейцев. И тогда Красная Армия пришила себе погоны и воевала совместно с белогвардейцами против законной китайской власти на стороне путчистов, потому что только так можно было утвердить мировую революцию в этом регионе. И в Государственном архиве документов лежат потрясающие артефакты той эпохи и той войны, когда, например, политрук, штабс-капитан Иванов провел политзанятие. То есть политрук и штабс-капитан — это совершенно взаимоисключающее. Mm-hmm. То же самое, что на коленях требовали. Вот штабс-капитан и политрук — это тоже как-то не клеится. Но нужно было маскироваться. То же самое, как на Украину напали, их там нет. Но это всего-навсего шахтеры купили танки в военторге и поехали в ДНР, ЛНР. Во все времена. В Афганистан советская армия входила без знаков различия. Это была неизвестная какая армия, в форме советского образца, с пуговицами без звезд, с бляхами без звезд, без кокард и без на буковки СА на погонах. Ну, потому что мы не понимаем, откуда вдруг взялись вертолеты, самолеты и танки, которые пришли освобождать Афганистан от афганцев. И Советский Союз воевал всегда. И Россия воюет теперь уже всегда. И Россия будет воевать. И Россия, она будет воевать ровно до тех пор, пока ей это позволяет. Мы видим, что мир это позволяет, поэтому вслед за Украиной обязательно будут страны Балтии. Во что бы то ни стало, будет Литва, дальше будет выход на Польшу, Латвия, Эстония, Молдова туда же, в этот же список, но потому что унять хулигана не может никто. И теперь, на сегодняшний день, Россия — это страна воюющая, страна милитаризованная, страна с военной экономикой и страна с военной внутренней политикой. И внутри должно быть полное согласие, поэтому через какое-то время мы увидим, каким репрессиям подверглись эти жены мобилизованных. Не может быть, чтобы им позволили оставаться достаточно заметным явлением, при том, что в России нет средств массовой информации, поэтому мы-то с вами об этом узнаем, а Россия-то об этом не узнает. То есть в России никто даже не знает, что, оказывается, где-то на соседней улице есть какие-то чьи-то там матери или жены, и у них какие-то проблемы, и они в этой связи что-то такое даже делают. Тем и хороша Россия во все времена, что цензура, она давила абсолютно любые сведения, и Россия все-таки в качестве основного информационного источника во все времена пользовалась слухами. Слухи превосходили тиражом газету «Труд», у которой было 20 миллионов. И слухи об афганской войне, слухи об Анголе, слухи о чеченской войне, они не очень были подтверждены официальной информацией. Поэтому мало кто знал, мало кто что понимал, хотя чеченская война попала на период все-таки более-менее свободной прессы, и поэтому та же самая Политковская успела перед смертью довольно много рассказать и показать, что в итоге ей, конечно же, не простили. Россия будет воевать. Россия — страна военная. Россия — страна для войны. И все подотное население, которого никто никогда не спрашивает, будет обязано по-прежнему, по щелчку пальцев, своих детей тараканищу отдавать на съедение. Это абсолютно нормальное существование России на протяжении периода даже больше, чем 100 лет.
Давайте рассмотрим треугольник: Афганистан, Казахстан и Россия. Вот сообщается, что Казахстан исключил Талибан из списка террористов. Касым Жомарт Токаев говорит, что Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображений важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимание того, что данный режим является долгосрочным фактором. Это плюс-минус тот же текст, просто другими словами, который сказал Лавров или кто-то там из них, что вот как бы так вот сложились обстоятельства, вот как бы надо с ними чего-то там говорить и договариваться. Но от Казахстана это было слышать немножко не обычно, потому что мы понимаем, что они как бы развиваются, так сказать, в унисон с Россией, но все же Казахстан постоянно позволял себе различного рода ответвления, жестов непокорности, но, понятно, везде ищет свой интерес, как и, в принципе, любая другая страна. О чем говорит вот то, что Казахстан исключил Талибан из списка террористов? Учитывая, что экономический потенциал взаимодействия с Афганистаном равен нулю, из Афганистана, кроме опиума, в принципе, ничего другого получить невозможно, Советский Союз пытался из Афганистана хоть что-то экспортировать для того, чтобы явить миру некую стабильность экономического благополучия, сказать, посмотрите, какая это страна, с ней можно даже торговать. Было два вида товаров, которые из Афганистана все-таки могли вывозить. Это кишмиш в мешках и ковры ручной работы. Ну, нельзя сказать, что это короткаческая промышленность, потому что это кустарный промысел. Но в Москве на станции метро «Беговая» был специальный магазин, в котором, он так назывался, «Афганистан», пытались что-то продавать. Наркотики там не продавали, наркотики продавали в другом месте. Когда тот же самый Казахстан делает вид, что экономический партнер, тем более на сегодняшний день власть талибов пришла туда навсегда, поэтому он выгоден и нужен, конечно, это не имеет никакого отношения, это всего-навсего ширма. В действительности мы видим, что параллельно с тем, как Казахстан на весь мир сейчас только что опозорился по просьбе Путина, точно так же, например, в Монголию приехал Лукашенко позориться и тоже рассказывать монголам о том, что они находятся в состоянии очень сложного политического маневрирования и не должны допустить ошибок. Вежливые монголы очень сильно удивились, это, с чего это вдруг, у них какие-то должны быть, во-первых, сложности, а во-вторых, о каком маневрировании идет речь. При этом Лукашенко, поскольку он совершенно не понимает Монголию, он приехал тоже рассказывать о том, что у них есть прекрасные перспективы для взаимных экономических отношений. Вот, например, белорусы, у них есть китайские автомобили, и они готовы китайские автомобили поставлять в Монголию, где эти китайские автомобили дешевле и быстрее. А еще они могут в Монголии построить, наконец, скотоводческие комплексы. У монголов, у них пастбищное скотоводство, у них нет ни одного коровника на всю Монголию. Ну, последние так веков 30, наверное. Они им просто не нужны. И белорусы рассказывают то же самое Лукашенко, что мы им коровники понастроим. Ну, как это у нас в Беларуси. А еще мы дадим им посевное зерно. Монголия, которая не занимается ничем абсолютно с посевным зерном связанным. То есть у них нет земледелия. В Монголии просто в почве это не растет. Поэтому понятно, что позорище Казахстана на весь мир, или, например, Лукашенко, приехавший чем-то там угрожать монголам, это не их собственный порыв, это не их интерес. Но у России мы видим на коротком поводке всегда так или иначе. Иногда срываются, иногда отстегиваются. Вот сейчас мы видим, как Армения отстегивается с поводка, но при этом мы видим, как Грузия аккуратно по команде к ноге исполняет ее, несмотря на то, что, конечно, внутренний конфликт с Грузией очень серьезный, но команда к ноге уже исполнена. Точно такая же команда к ноге прозвучала Казахстану, точно такая же прозвучала сейчас в Белоруссии. И вот, на тебе, Лукашенко поехал монголам рассказывать сказки про Монголию. Монголы – чрезвычайно тактичные люди. Но просто поскольку Монголия никому не интересна, то та же самая Белоруссия и советская пропаганда, российская пропаганда упускает из виду тот факт, что в Монголии 60% населения составляет средний класс. Где на планете Земля еще есть страны, у которых 60% это средний класс? А задача Монголии, официальная программа государственного управления, президента и парламента, к 50-му году сделать 80% населения Монголии средним классом. И после этого приезжает Лукашенко и говорит, вы знаете, что-то у вас тут с политикой, вы осторожнее, а то вы сейчас ошибетесь. Это монголы-то ошибутся? Да у монголов всему миру учиться надо. Не говоря уже о том, как Монголия с распростертыми объятиями приняла беженцев из России, релокантов, тех людей, которые от войны ушли в Монголию. Монголы им прямо на границе выдавали ВНЖ. Просто потому, что ты из России убежал от Путина, вот тебе документы, пожалуйста, Монголия к твоим услугам. Вот за это, конечно, Монголию нужно обязательно пристегнуть на место. Она не пристегивается, Лукашенко поехал. И Казахстан, чудовищным совершенно образом показавший, что оказывается Талибан, для всего остального цивилизованного мира абсолютно конкретно террористическая организация, для них экономический партнер, потому что экономика Казахстана не выживет без серьезных отношений с Афганистаном,
Так наркотики в Казахстан оттуда приходят совершенно другими караванами, и легализовывать их никто не будет. И во все времена этот регион, который живет на своих наркотиках и на наркотиках из Афганистана, все-таки по опиуму Афганистан лидирует. Он даже золотой треугольник в Юго-Восточной Азии кладет на обе лопатки, потому что в Афганистане кроме опиума-то ничего и не растет. И в Казахстан эти поставки и так прекрасно налажены, и не нужно Талибан признавать чем бы то ни было или кем бы то ни было для того, чтобы все-таки от наркотического угара весь Казахстан выпил. Для этого не нужно никакого политического маневра. Путину нужно. Поэтому теперь нужно собирать коалицию государств, признающих Талибан приличными людьми. А зачем? Что меняется в мире от того, что террористов легализуют? Но когда ты легализуешь террористов здесь, в глазах других террористов ты становишься партнером. И поэтому, если ты признаешь перед всем миром Талибан, а потом показываешь, что, смотрите, я настолько велик, я могучая Россия, я самый главный Путин на Земле, я могу любого из вас вернуть, хотите в ООН, хотите на международную политическую арену, но за это небольшие услуги. Хамас, ты не мог бы быстренько повоевать с Израилем? А то, что-то мне Израиль не нравится, он слишком помогает той же самой Украине. Потому что противодроновые израильские оружия воюют в Украине, хотя на них написано, что они сделаны в Литве. Именно поэтому Литва тоже будет следующей. И когда Путин показывает, что да я стратег, да я политик, да я фигура, вам какое отребье нужно легализовать и предъявить миру как серьезную политическую силу? Талибан? Пожалуйста. Хотите Хамас? Я и с Хамасом это сделаю. Хотите... Какие у вас есть еще террористические организации? Я готов обсуждать эти вопросы. Ну и вы мне окажете некоторые услуги. И понятно, что вот эти договорные отношения, неявные для мира, они были бы очень хороши, конечно, где-нибудь у Ассанжа. Но у Ассанжа сейчас, у Джулиана Ассанжа, свои собственные проблемы. Хотя оттуда мы, в принципе, вправе ожидать не только от Христа Грозева подробностей этих договоренностей, но понятно, что это будет не сейчас. И мы видим, что продолжается международная политическая борьба влиятельных государств, и Россия по-прежнему на стороне зла. Вот она всю жизнь занимается тем, что она достает из грязи какое-то непотребство, предъявляет его миру как серьезных партнеров, и потом, например, в качестве послесловия к этому, исламский терроризм становится проблемой для всего земного шара, выращенный в пробирке Советским Союзом на зло Израилю. Хорошо, на чьей стороне тогда Америка, Европа, которая... не хочет, чтобы Россия проиграла. Вот это важный акцент. Она не хочет, чтобы проиграла. И когда мы начинаем сбивать самолеты российские над российской территорией с западных установок Patriot, начинается вой. Только не на болотах, а уже, так сказать, на другой местности. Что, ой, мы все боимся. Мы боимся, что то, сё, пятое, десятое. Вот Трамп тоже, Fox News, сказал, что ядерная угроза человечеству. Вот вы не представляете, насколько это все опасно. Процитирую. Тем временем у нас есть эти безумцы с ядерным оружием. Они могут нанести ущерб, о котором я даже не буду говорить. Это будет уничтожение. Вот что такое реальная угроза. Кого он имел в виду, безумцы, называя безумцем, мы пока что... не знаем, потому что он не сказал точно, но можем догадываться. Все же, вопрос таков, как бы на чьей стороне Европа и Америка? К слову о высказываниях Байдена и безумцы, когда Израилю нужно было серьезно заняться вопросом ядерной программы Ирана, во-первых, Израиль поехал в Иран и украл у них целых два грузовика с досье, а во-вторых, взял и пристрелил главного разработчика их ядерной программы на перекрестке, прямо в голову. И если стоит серьезная проблема и испуг перед Западом, что некий безумец или группа безумных людей балуется ядерными спичками и запалит весь мир, тогда просто группа спецназа приезжает и решает вопрос на месте. Или три группы, или пять групп. Сколько там в Голливуде серий про Альфу? Вот берем все эти серии, превращаем их в быль, и вся эта Альфа, вся эта Дельта и все остальные морские котики приезжают и решают вопрос. По крайней мере, мы же привыкли к тому, что именно так поступает государство. И Усаму бен Ладена именно так устранили. И вроде бы не стало никакой проблемы, и после этого нету никакой Аль-Каиды. Значит, оказывается, вопрос решаемый. Вместо того, чтобы сидеть с Усамой бен Ладеном за столом переговоров и уговаривать его перестать быть либо Усамой, либо Бен, либо Ладеном, его просто взяли и пристрелили. И оказывается, решается вопрос. Кстати, если не ошибаюсь, потом точно так же решили ряд других вопросов. Когда Саддама Хусейна провозгласили врагом, его повесили. А Муаммара Каддафи тоже пристрелили.
Оказывается, Америка в состоянии решить любой вопрос. Но когда сейчас мы задаем себе такой же точный вопрос, на чьей она стороне, давайте оценивать дела, а не слова. Неважно, что говорит Америка. Оружием она при этом помогает. Но история Первой мировой войны, Второй мировой войны и нынешней Третьей мировой войны. Америка спокойно дала Европе уничтожить себя, Первую мировую. Потом вмешалась, и война закончилась. Во Вторую мировую Америка спокойно дала Европе возможность уничтожить себя. Потом вмешалась и закончилась Вторая мировая война. Поэтому сейчас Украина идет всего-навсего разменной монетой в том же самом сценарии, когда совершенно позволительно тоже Америке, находящейся на большой дистанции экономики номер один на планете Земля, уничтожить Европе себя целиком и полностью, а потом спокойно, прекратив эту войну, вернуться в качестве победителя, а также спонсора, возрождающего экономику. Хотите еще разок Германии, запросто можно Франции. Хотите, если война докатится, Испании. Не говоря уже о том, что Чехии, Словакии, Польши, Румынии, Венгрии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции. Те, кто погибнет от Путина, совершенно спокойно имеют шанс погибнуть под присмотром Америки и под риторику с минимальными поставками оружия. Мы за вас, и мы вам помогаем. И при этом мы попустительствуем вашему полному уничтожению, потому что гораздо выгоднее потом с изможденной страной, победителем, неважно, Россия это будет или Китай, договориться, а в вашу экономику влить деньги, которые скажутся на благополучии американцев в первую очередь. Что Первая мировая, что Вторая мировая война четко совершенно дали в качестве послесловия рост экономики, спасший Америку, помогший Америке, выручивший Америку и обогативший Америку. Даже депрессию Америка прекрасно пережила за счет того, что нищих в Европе, несчастных, разбитых, обездоленных было так много, что они были готовы, не доедая, покупать у Америки, как тот же самый Советский Союз, который у Форда купил завод автомобильный, потому что больше ему неоткуда было взяться. Купили на золото. Генри Форд, после этого прекрасно заработавший на Советском Союзе, в 1929 году поставивший под ключ завод, и Америка, которая под ключ поставила всю промышленность Советского Союза, начиная от Днепрогресса и заканчивая магниткой, Америка прекрасно совершенно экономически сбалансировалась, прекрасно выиграла от этого. Советский Союз заплатил за это золотом, после чего тот же самый Генри Форд, не то что не разорившись, а ставший богаче благодаря строительству завода в России, помог НСДАП, фашистской Германии, стать силой политической, которая привела ко Второй мировой войне, в которую Генри Форд опять-таки выиграл и не проиграл, потому что его заводы не бомбили, и его портрет висел в кабинете у Гитлера. Поэтому очень выгодно, когда будет уничтожена Украина, будет уничтожена Германия, Великобритания, Франция, Испания, вся Европа. Потом придет Америка и с большим удовольствием, засучив рукава, даст возможность всем еще раз заработать, в первую очередь себе, еще раз наесться, в первую очередь себе, еще раз спастись, в первую очередь себе. Давайте тогда вернемся к среднесрочной перспективе, то есть не то, что будет у нас, допустим, завтра, а то, что будет к концу года, выборы президента. Опять-таки поднимается тема не единожды, но тут есть много «но». Тут и саммит мира, и еще многие саммиты, и получение оружия, которое мы так давно ждем, F-16, и разрешение бить по территории России. То есть, знаете, в воздухе зависло так много вариаций того, насколько сильно может ситуация измениться, что пока вот действительно непонятно. Непонятно, чем закончится этот год. И непонятно, что такое 2025 год. Многие говорят, что я вот, когда в своих рассуждениях пытаюсь понять, что в 2025 году будет, я, может, где-то преждевременно это делаю, и что это вообще очень рано сейчас об этом говорить. Но, как мне кажется, эти размышления, если все-таки дадут ответ на вопрос, что будет в 2025 году, то мы поймем, что будет в году 2024, что, собственно, не менее важным. Вы очень правильно обобщили количество проблем, саммитов и уже ставших обязательными переговоров. Это говорит только об одном. Не о том, что мир готов что-то решать, а о том, что невероятно возросла роль мелких, никому не нужных политиков. Людей, на которых, в принципе, раньше никто не смотрел и никто даже не знал о их существовании. А теперь один саммит в Женеве, который собирает больше 100 государств, привлекает невероятное внимание Швейцарии, которая давно уже никому не нужна. Из стран, которые, в принципе, ничего не решают. 100 стран — это кто такие приедут решать судьбу Украины в Женеву? Вы кто такие? Там должно быть, на самом деле, только 3 страны. Там должна быть Украина, Россия и Америка. Все.
Больше никого там не должно. Потому что все остальные не то, что в состоянии решить. Они, даже если рот не будут открывать, ничего не изменится. А если будут открывать, не изменится ничего. Но зато как респектабельно выглядит жизнь. Смотрите, у нас сегодня саммит. А завтра у нас Рамштайн. А после этого у нас еще парламентская сессия. А потом у нас ассамблея. А потом у нас еще Совет Безопасности. Мы очень значимые люди. Кто выиграл в результате Великой Октябрьской социалистической революции? Бюрократия. Она стала главной силой, она заменила собой аристократию, она заменила собой дворянство, она собой заменила самое главное управление государством. Выгодоприобретателем стала новая советская бюрократия. Сейчас международная бюрократия наконец-то стала кому-то нужна. Раньше все эти Страсбурги, все эти Женевы, все эти Рамштайны, все эти Боны и Париж были никому не интересны. На сегодняшний день это ключевые точки принятия ответственных решений о судьбе планеты Земля, где ничего не будет решено. Женева что-то даст? Ничего она не даст. Туда придут авторитетные люди с озабоченными до пояса лицами. Они будут очень серьезно есть фуагра. Они вечером будут очень переживать за круассаном, поедая очередную таблетку фуагра на завтрак, виагра на вечер, о том, как бы им действительно всерьез изменить конфигурацию планеты Земля. С кем они спокойно уедут? И у себя дома они отчитаются о том, что, вы знаете, я был в Женеве. Вы знаете, что я там сказал? Вы знаете, как я там подумал? Вы знаете, насколько весомо я там выглядел? Вы видели мой галстук на этом фоне? Я там был очень к месту, я был прекрасен. Аплодисменты, переизберите меня, пожалуйста, на следующий срок. Добавьте мне зарплату, потому что я под бомбардировкой российской в Женеве еле выжил, каждую секунду смотрел на запасной выход в сторону бомбоубежища. Вы же понимаете, что в Европе война. Многие сразу поверят, что в Европе война и так далее. Поэтому мы с вами видим, что выгодоприобретателем этой войны, помимо очень устойчивой экономики Америки, является международная бюрократия, прекрасно совершенно освоившая эту тему. ООН уже даже неинтересно обсуждать. Зерновая сделка закончилась, ООН опять не слышно. Пока было что делить, ООН приехала. И Гутерриш спокойно каждый кораблик сопровождал и рассказывал о том, сколько зерна, из какого порта, куда должны пойти. Как только хлеб закончился, Гутерриш тоже закончился. Мы видим Столтенберга, абсолютно никому не нужного, неинтересного, который, тем не менее, ключевая фигура на Европейском театре военных действий. Он, опять-таки, ничего не в состоянии не то что изменить, ему даже, в общем-то, и говорить не о чем. Ну, он просто пустой. И будет огромное количество до конца года событий на фронте и политических сотрясаний в воздух, где очень ответственные люди, представляющие свои государства. Я не удивлюсь, если, например, Африка приедет туда же в Женеву, и какой-нибудь там, какая-нибудь Зимбабве будет всерьез рассказывать о том, что она думает по поводу Украины. Очень, конечно, увлекательно узнать, что, оказывается, в Зимбабве тоже есть люди, которые дочитали буквально до конца и в состоянии более-менее сплести три слова в единую фразу, лишенную смысла и уж тем более значимости. Но Зимбабве там вполне может быть, потому что а чем ей еще заниматься? Кто она такая, если она не поедет в Женеву? Тем более, что в Женеве ну, вкусно кормят. Не такая человечина жареная, но свинина тоже неплохо. И поэтому мы на протяжении вот этого всего предыдущего периода, 2,5 года, с надеждой смотрели на Рамштайны, считали пакеты санкций против России. Кто-нибудь от этих пакетов санкций поперхнулся? Если бы пакеты санкций имели вес, то достаточно было бы одного первого, а не 14. Все 13 не сработали. И поэтому в мире ничего не поменяется. Пустые люди, оттягивая на себя внимание, тратя драгоценное время, будут заниматься ничем. И в отношении них будет таять, и тем не менее пока еще тихонечко тлеть надежда. Но вдруг вы до чего-то договоритесь. Но вдруг вам действительно не безразлична Украина. Вдруг вы действительно понимаете, что это истребление, это карательная операция. Это не просто пришла армия. Это ГУЛАГ напал на людей, потянувшихся к свободе. Но вы даже не знаете, что такое ГУЛАГ. У вас нет этого бэкграунда. Вы вообще этого не понимаете. Вы даже в снежки играть не умеете, вы не знаете, что такое зима. А вы беретесь определять судьбу Украины, взвешивая позиции. Да не вам взвешивать. Все зависит, как всегда, только от одной страны, которая прекратила Первую мировую войну, она же прекратила Вторую мировую войну, я имею в виду Америку, и она же может прекратить в любую секунду Третью мировую войну. И она точно может позволить Украине выиграть, а России проиграть, и она этого не сделает. Поэтому весь 2024 год это будут саммиты, совещания, надежды, иллюзии. Черноморск объявят вольным городом. Чемберлен — это голова. Ни к чему это не приведет. А в военном плане останется все по-старому. Украине не дадут выиграть. России не дадут проиграть. Но на каждое применение того или иного западного оружия по российской территории обязательно будут собираться для того, чтобы всерьез высказаться по этому поводу. Но мы видим, как маленькие европейские страны, передающие свои F-16 Украине, та же самая Дания, говорит: да пожалуйста.
Это война. Кого хотите, того и убивайте нашими самолетами. Потому что мы прекрасно понимаем, что происходит. В силу нашей маленькой, никому не интересной позиции, у нас, тем не менее, есть трезвый взгляд. У нас нет в этом выгоды. Нам тоже страшно. Мы тоже понимаем, что сами мы войну не выиграем, а украинцы за нас ее выиграют, потому что мы маленькие датчане. И поэтому, если в нас полетит, то у нас все разбегутся, никакой армии у нас нет. И Литва это прекрасно понимает, что 40-тысячной армии не хватит для того, чтобы выиграть войну. И Латвия, у которой 7 тысяч армии, и Эстония, у которой 7 тысяч армии, они тоже прекрасно понимают, что нужно помогать Украине до последнего. Потому что за всех сейчас сражается Украина. Вот за каждого абсолютно. За каждого немца, за каждого француза, испанца, португальца, не говоря уже о тех, на чьей территории эта беда произошла. За них, за всех сражается Украина. И Украине будут помогать вот именно так. На словах говорить одно, на деле потихонечку действительно помогать и не допускать ни в коем случае перелома ситуации. Я, если честно, хотел бы оптимистично закончить нашу беседу. И вот эта новость, как мне кажется, очень здорово подходит под обсуждение. Я такой заголовок уже давно ждал. Не часто появляется, но в последнее время все чаще можно все-таки увидеть такой заголовок. Financial Times пишет: Китай требует, чтобы Россия продавала ему газ по внутренним ценам. Китай захотел покупать газ у России по сильно субсидируемым внутренним российским ценам, что Россия считала необоснованным. И вот я думал, когда же Китай вот начнет уже давить на газ? И вижу, что начинает потихоньку. И мне кажется, что это прям не то, что вершина айсберга, а это маленькая вершинка вершины айсберга. Китай давно имеет именно такие выгодные цены на нефть. И российская нефть, она обрушила мировой рынок нефти. После чего Россия проиграла гораздо сильнее. От того, что Россия договорилась о фиксированной цене за баррель нефти на ближайшие 25 лет, засекретила эту сумму и поставляет даром нефть Китаю, Россия осталась у разбитого корыта. Россия поставляет электроэнергию на внутренний рынок Китая по тарифу в 4 раза дешевле, чем на свой российский внутренний рынок. То есть житель Иркутска за киловатт-час платит в 4 раза больше, чем житель Хэйхэ. Осталось только с газом договориться, потому что Китай прекрасно понимает, что Россия — это слабак, это никто. Россия недостойна уважения, поэтому из России нужно выжать абсолютно все. Китай — это ведь другая культура. У китайцев у них нет чувства стыда. У них, в принципе, отсутствует понятие стыда. Безотносительно того, кто это, русский или американец. У китайцев есть чувство вины. И оно тоже извращенное, оно не наше чувство вины. Это чувство вины в понимании того, что ты виноват, что я, китаец, тебя смог обмануть. То есть с китайцами, в принципе, невозможно договориться ни о чем, потому что у них просто иная ментальность. Они мир видят иначе. У них ценности другие. У них мораль, аморальная абсолютно. То, что у них считается моралью, неприменимо в нашем цивилизованном мире. Мы как раз всю жизнь боремся против того, что из себя представляет Китай. Поэтому Китаю сейчас додавить Россию с улыбкой во все лицо, с поставками какого-то количества оборудования двойного назначения, с поддержкой российского оборонного комплекса, додавить очень выгодно, потому что сейчас самое время слабака этого, который виноват в том, что он такой слабак, выжить как следует, а потом, собственно, у него же все то же самое отобрать, потому что программа Коммунистической партии Китая к 50-му году решить вопросы несправедливого деления земли по договорам 1848-1850 года с Россией. Поэтому Дальний Восток, он китайский, его нужно будет прийти и забрать, но лучше сейчас бесплатно получать газ. А потом тем более бесплатно, поскольку он свой. Китай это обязательно сделает. И глумиться над слабаком Путина с доброй улыбкой, принимая его в дальнем углу двора и даже не давая ему ковровую дорожку к его автомобилю без номеров, когда Си Цзиньпин на ковре стоял и ждал Путина, цокающего своими подковками по капельной плитке, бегущему через весь двор, Си Цзиньпину, который даже не шелохнулся в его сторону на полсантиметра. Он стоял, когда до него этот просящий добежит, и ручку-то ему протянет, и облобызает, и попрыгает по кругу зайчиком. И что, после этого не надо пересматривать тарифы на газ?
Да, и вы когда вот начали говорить про ценности, что это абсолютно разные миры, смотрим по-разному, я тут же вспомнил «Искусство войны» книгу, где, когда я вот ее аудиокнигу слушал, там были такие странные, как мне казалось, всегда вот вещи, там «добей слабого», вот «воюй с тем, кто слабее», «ищи выгоду там, где вообще не принято искать». Вот такие ценности. Это очень хорошо характеризует то, как вы начали свой ответ, и то, как вы описали, насколько действительно мы и разные, и что мы, как цивилизованный мир, боремся с этими ценностями. Да, спасибо, Сергей. Было очень интересно, как всегда. Спасибо вам. Слава Украине. Героям слава. Я жена мобилизованного. У нас двое несовершеннолетних маленьких детей. И так вышло, что у моего мужа нет военной профессии, но уже полтора года он находится в зоне боевых действий. И почему мобилизованных нет сроков? Почему они должны там быть бессрочно? В нашей стране очень много мужчин, которые могут заменить их. Почему не производят ротации? Почему нету отпусков? Ничего не происходит. Требуем заменить мобилизованных. Владимир Владимирович Путин и Министерство обороны, пожалуйста, помогите нашим семьям. Представительница пола женского, который требует просто не прекратить войну, остановить кровопролитие, развязанное Путиным, а вернуть их представителей пола мужского, мобилизованных, вышел, но не Белоусов, вышел некто Борисенко, по крайней мере, так агентство по голосу определило, и ответил им: ай-яй-яй, вы вообще не надо называться гражданами России провокаторы. Еще его услышим и комментируем. Назначить встречу с лицом уполномоченного? Я уполномочен от Министерства обороны. Вы сможете вернуть наших мужей домой? Потому что решение о мобилизации принимал президент. Президент принимает на основании консультаций с Минобороны, министра обороны, Министерства обороны. Я еще раз говорю, хорошо, я хорошо проведу с вами военно-политическое информирование. В настоящий момент против России осуществляется агрессия со стороны 55 государств, явная и как минимум со стороны еще нескольких скрытая. Хорошо. Государство, с которым мы граничим под названием Украина, создало угрозу безопасности государство под названием Российская Федерация, где вы, я со своими детьми и внуками проживаем на этой территории. А ваши дети и внуки там? Мой сын там, на протезе воюет, без ноги. Еще вам что-то сказать? Мой сын, еще раз повторю, без ноги, на протезе, будучи тяжело ранен, офицером звания капитан, воюет. У меня два внука. Старшему 3 года, младшему 1.5. Мой сын на войне сказал: отец, если мы отступим, нас порвут. Слова моего сына, но когда отошел от нас. Я еще раз говорю, я не на базаре, не собираюсь с вами здесь, а на повышенном. Зачем орете? Это вы орете. Вы мне не даете сказать. Вы задали вопрос, я вам отвечаю. Вы в это время все равно что-то пытаетесь мне сказать. Так вы провоцируете. Я провоцирую? Нет, это вы спровоцировали. Вы специально это сделали, чтобы телеграм-каналы оппозиционные снимали и говорили: вот, вы видите, как кто раскачивает лодочку здесь. После этого не надо называться гражданами России. Белоусов к ним не вышел, но к нему вышли и даже написали плакат, как человеку, как мы теперь знаем, глубоко верующему, который пишет к Богородице всем своих обещаний. И вот так, значит, Евангелие от Матфея. Игорь Веленович, как вам вообще этот поход? Ну, так далеко они еще не заходили, конечно, представительницы движения жен мобилизованных. Как вам реакция? Почему не запаковали сразу в автозаки вместе с колясками? Неплохо картинка бы смотрелась, в принципе. И почему вот называют их провокаторшами? Правду же говорят, но ни слова о войне опять. Ничего, конечно, удивительного нет. Вообще этим женам мобилизованных надо расслабиться, понимаете? Они уже сделали одну вместе со своими мужьями, да, одну огромную глупость. Они дали себя упаковать и отправить, можно сказать, на убой, да, в качестве пушечного мяса. Теперь дальше ничего другого им ждать не следует. Никаких послаблений им не будет. Путин и все его эти генералы, там, адмиралы, прапорщики и прочие, вплоть до, не знаю, ефрейторов, они радостно потерли руками. Придет на фронт новая партия дураков. Этих мы быстро пустим в расход, или медленно, но тем не менее пустим в расход. Никуда мы их отпускать не будем из армии и будем спокойно совершенно их использовать для того, чтобы продолжать войну и как расходный материал. Других дураков искать никто не будет, потому что поиск дураков – это довольно трудозатратное дело, да, даже такой большой и богатый на дураков в стране, как Россия, понимаете? Дело в том, что для того, чтобы новую партию найти дураков, это нужно объявлять новую волну мобилизации, которая спровоцирует бегство сотен тысяч не дураков из страны, как это было во время первой волны мобилизации. Это страшно напряжет опять общество, это напряжет
жжет экономику российскую и так далее, и так далее. А тут у них уже есть вот эта армия, да, дуболомов, которые набрали в 22-м году. И теперь как бы не парятся они, пускай они там воюют, считает Путин и его компания. Новый, значит, нам новый какой-то не нужно здесь сейчас компании устраивать. Пускай они воюют, пока их не убьют, что называется. Служат они там до физической ликвидации на оккупированных территориях. Никак, не, раньше физической ликвидации их никто не отпустит. Будут там эти жены устраивать свой протест на коленях, буквально, как в известном анекдоте, да, когда крепостные крестьяне пришли, решили побунтовать и встали на колени около своего крепостника-хозяина. Любят наши люди побунтовать, да, особенно не вставая с колен. Вот именно примерно как в анекдоте. Они, значит, будут приходить сколько угодно к этому Министерству обороны. Никакой угрозы они, естественно, не представляют собой. Но и идти к ним на уступки и отпускать их мужей, да, которые дали себя забрить на эту войну, тоже никто не собирается. Потому что это невыгодно, крайне невыгодно российским властям, крайне невыгодно Путину, который не хочет проводить новую волну мобилизации, как, тем более какую-то ротацию. Да, искать, как я уже говорил, тратить время и силы на поиск в стране новых дураков, которые нужно отправить на войну. Так что ничего не будет. Все это абсолютно на уровне шума. Но на самом деле, в конце они вот уже в своих, значит, пабликах и телеграм-каналах пишут, вспомнив тоже о новой волне мобилизации, ну, она не останавливалась, но, мы понимаем, такой более масштабной, публичной, да, плоскости, пишут, значит, на самом деле решение лежит на поверхности. Либо закончить СВО, как Путин называет войну, и перестать врать, либо провести вторую волну мобилизации и тоже перестать врать, или просто вернуть наших мобиков. И им вообще до фонаря, извините, цитирую, как их вернут. Это работа Минобороны не наша. Главное, побыстрее. А что это, в принципе, первый раз так закончить СВО от них звучит, но тоже закончить СВО это исключительно, чтобы вернули их мобиков, как они их называют, не более. Ну, конечно, конечно, видно по тем выступлениям, тем публикациям, которые я читал, что людей вообще, не только, кстати, этих жен мобилизованных, а вообще большинство россиян интересует чисто узко собственные проблемы, собственные социальные проблемы. Страна совершенно атомизирована. Характерно, кстати, что эта проблема мобиков совершенно не колышет тех людей, которых родственников, которых не забрили во время мобилизации. И они даже, что называется, потирают руки, ну что, соседа забрили, но он пускай и там и воюет, да, погибает. А меня не забрили, я буду здесь развлекаться, там, ходить в Москве по многочисленным кабакам. Вот, так что это все как бы проблемы этих конкретных женщин. Как я уже сказал, никакой перспективы у этого движения нет, абсолютно. Я не знаю, кто в это верит, что там несколько десятков фактически женщин что-то могут сделать. Абсолютно ничего. И более того, это движение было гораздо шире. И там уже очень многих запугали. Обратите внимание на то, сколько вообще жен пришло к Министерству обороны, при том, что 300 тысяч было минимум забрито в армии по мобилизации. И многих, как я уже сказал, особенно в регионах, и подкупали, и запугивали. Так что все это, в общем-то, это лишняя просто иллюстрация отношения российских властей, путинского режима к собственному народу. Отношение, как я уже сказал, как к крепостным, как, или даже как просто к скоту, который просто, ну, когда нужно кого-то найти, да, пушечное мясо, их используют, когда они перестают быть, ну, необходимы, их просто грубо кидают. Это, кстати, и на деньги кидают тоже, и на обещания различные. Это все как бы лишняя иллюстрация вот к этой давнишней уже ситуации российской. И даже если, понятно, Белоусов к ним не выйдет и никуда не выйдет, но если он рискнет, а может и не рискнет, просто, скажем так, пойдет на вот эту вторую волну публичной всеобщей мобилизации, потому что видим, что уже облавы есть на призывников, даже в Москве не выпускают их, там держат, то это тоже не будет чревато никакими последствиями и протестами. Просто будут выезжать, как вы упомянули, и все, и на кухнях себе протестовать. Не, ну это, конечно, все-таки более будет, скажем так, это будет определенный удар по стабильности путинской системы, как был удар, первая волна, что же была ударом. Там, причем тут есть несколько моментов, да, есть удар по экономике, потому что в России же мощная нехватка рабочих рук вообще, ну, во всех отраслях, особенно все, что связано с войной. И, собственно, это, ну, на мобилизации это обычно мужчины, работоспособные, в том числе, скажем так, физическому труду способны,
подобные, которые необходимы на всяких там оборонных предприятиях и прочих-прочих, забревает. А потом они не могут найти людей, которые бы работали. Да, это удары по экономике, как я уже сказал, удар по общественной стабильности. И самое важное для Путина это важнее всего, это удар по его собственному престижу. Таким образом, он бы, он же все время, вот все это время, начиная с начала войны, он позиционировал ее как некое локальное действие, которое не должно ударить по интересам простых условных россиян. И ориентировал и пропаганда тоже на это, что специалисты воюют, там все эти, значит, рейнджеры, все эти супермены в кавычках, а в действительности уголовники, алкаши из вагнеровского, вагнеровцы и прочее, прочее. Вот они воюют, а народ должен как бы, ну, болеть за них, да, ну, помогать им. Шить, значит, им эти сетки против дронов, да. Но, а тут получается что? Что вся эта концепция так называемого СВО, то есть некой локальной специальной военной операции, она окончательно обрушится. Первый раз она сильно, что называется, дискредитировала себя, когда была первая волна мобилизации. Дальше Путин много раз обещал, что ее не будет, новой волны мобилизации. И сейчас она, если он и все-таки пойдет на новую волну мобилизации, он окончательно убьет собственную вот эту всю концепцию. И он продемонстрирует свою слабость, что он не смог реализовать свой план, план ограниченной войны, победной, и он вынужден приходить к тотальной войне, а чего он категорически не хочет. Поэтому, как я уже сказал, он будет тянуть до последнего. Я уже неоднократно об этом говорил, с новой волной мобилизации. Мы видим, что я не ошибался, они продолжают тянуть, хотя она им категорически нужна, в том числе и сейчас, когда они пытаются предпринимать какие-то попытки наступления, которые быстро задыхаются, быстро, значит, схлопываются эти попытки, в том числе и потому, что не хватает элементарно там вооруженных сил, не хватает личного состава. Мне кажется, что уже и так, без хотел Путин того или нет, СВО, как он называет войну, масштабировалась, вернулась в полной мере на его территорию. Сотнями уже исчисляют те хаймарсы, которые лупят по законным военным целям на территории, в частности, Белгородской области и не только. А вот это уже есть осознание того, что не скрыть и не уменьшить масштабов того, как война возвращается и разрастается на территории Российской Федерации. Фактически, та буферная зона, которую хотел Путин у нас создать, создается у него теперь. Понимаете, опять-таки мы идем к российской общественной психологии. Абсолютно эгоистичной. Моя хата с края, я ничего не знаю и знать не желаю. Понимаете, в Белгороде, я думаю, да, там народ уже наконец до него дошло, что идет война. Но в целом в России, условно, москвичам абсолютно по барабану, что происходит в Белгороде. Абсолютно. И до них дойдет, что, когда начнется реально, вот, например, новая волна мобилизации. Вот когда военком в дверь с повесткой постучит, тогда они поймут, что да, приплыли. Это война не по телевизору, а в реальной жизни война. И поэтому, как я уже сказал, Путин как раз и мобилизация этой боится. Потому что это вот как бы два, может быть, два пути войны в дом условного любого россиянина. Да, это первый вариант. Это какие-то массовые обстрелы, бомбежки, что происходит в Белгороде, но не может пока по объективным причинам происходить на всей России. И второе – это мобилизация. Вот мобилизация, причем мобилизация даже опаснее для россиян, чем какие-то обстрелы. Потому что, понимаете, там же ведь ситуация какая, что пока идет мобилизация, никто не защищен. Забрать могут фактически каждого человека, там, до 50 примерно лет. И поэтому, конечно, заберут в любом случае не всех, но дрожат, трясутся и пытаются сбежать, и пытаться сбежать могут, кто может, кто угодно. Поэтому это очень сильно ударило и в свое время, в 22-м году, по общественному стабильности, по, скажем так, рейтингу Путина, и еще что даже, может быть, важнее, по общественным настроениям. Просто народ реально впал в панику, это даже отражалось на социологических опросах. Панические настроения стали преобладающими. Понимаете, и я думаю, что поэтому Путин как бы не хочет, но я думаю, деваться ему некуда. Если, как я уже говорил, война будет продолжаться, ему придется все равно на это идти, и свой вот эту, свою эту гордость, да, он же Наполеончик, он должен был уже давно победить, ее нужно, ему придется куда-нибудь задвинуть подальше и проявить слабость. Потому что для него мобилизация — это проявление слабости. Это доказательство его неэффективности, недееспособности, что он, несмотря на все желание свое, на все свои заявления, все-таки без мобилизации продолжать войну не может. Но придется ему и проявлять слабость, чего он, конечно, категорически не хочет и не любит делать. В департаменте Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа проходят масштабные проверки, не исключены обыски и задержания. Это делается в кейсе дела начальника одного из управлений этого департамента, Владимира Вертилецкого. Он уже в СИЗО, напомню, находится по делу
злоупотреблении должностными полномочиями и пишут, что не исключено, что будут и дальше задержки, следственные действия. Так еще и новоиспеченный глава счетной палаты Боря Ковальчук, он, значит, пытается наладить отношения с силовиками, чтобы увеличить влияние своего ведомства и хочет, чтобы материалы большинства проверок, которые проводятся счетной палатой, сразу же становились поводами для возбуждения уголовных дел и громких отставок. Еще и этот, гляньте, Ковальчук и так все контролирует, теперь это хотят и садить, и проводить, и проверочки себе тоже подконтрольными сделать. Ну да, идет, конечно, такая мощная, довольно подковерная война мафиозных кланов, мафиозных семей, которые при Путине добились власти, собственности, ресурсы экономические и властные сосредоточили в своих руках. Как я уже говорил, да, явно Ковальчуки усилились, у них теперь такой Боря Ковальчук, Ковальчук-младший, такой мальчишки-бальчиш, они его поставили на фактически такую силовую структуру, по большому счету, потому что счетная палата, она, конечно, не считается силовой формально, структуры, но имеет очень серьезные полномочия. То есть он может реально пугать, стращать, даже подводить под статью любых там чиновников, любой бизнес, который с государством работает. В общем, Ковальчуки держат руку теперь костлявую, свою руку, можно сказать, на горле у всех других российских мафиозных семей. И действительно сильно усилились. А что касается других семей, смотрите, ведь Министерство обороны во главе с Шойгу, да, это ведь тоже была не оторванная какая-то структура. Она была в тесной связке с другими мафиозными кланами, мафиозными семьями. Прежде всего, это Тимченко, некий Геннадий Тимченко. Это такой путинский нефтяной трейдер и кошелек, и одновременно управленец его личным путинским бизнесом и бизнесом членов его семьи, близких людей и так далее, и так далее. И он воровал там на подрядок безумные деньги. И Шойгу был Вась-Вась, и, в общем-то, тоже члены семьи Шойгу были фактически в клане, членами клана Тимченко, участвовали в общем бизнесе. Естественно, сейчас эти потоки от Тимченко уйдут. Кому они уйдут? Может быть, тем же Ковальчукам, например, раз те усиливаются. Может быть, еще кому-то. И опять-таки это все вызовет грызню и вызовет все эти мафиозные разборки, которые тоже, в общем-то, на руку и Украине. Вообще, как бы, как говорили во времена моего детства, да, всему прогрессивному человечеству. То есть всем людям или всем людям доброй воли. Вот. По крайней мере, все, что плохо фашистскому путинскому режиму, хорошо хорошим людям. Поэтому это тоже не все, скажем так, для нас полезно. То, что они там будут грызться, делить эти потоки финансовые, перестраивать отношения. Может быть, кстати, пострадает и взаимоотношения Министерства обороны с другим сильным мафиозным кланом, кланом Чемизова, потому что Министерство обороны сидит, вернее, Ростех сидит на заказах Министерства обороны. Чемизов не был так близок к Шойгу, как Тимченко, однако он тоже непосредственно заинтересован в этих заказах, и он уже несколько, как я понимаю, испугался того, что могут там они что-то, какую-то имитацию наведения порядка значит, сделать в Министерстве обороны и в том числе снизить рентабельность, а фактически снизить воровство при исполнении заказов Министерства обороны предприятиями Ростеха. Он уже сказал Чемизов, что мы и так работаем на пределе рентабельности, можно сказать, не в поте лица своего, не поголодая рук и не зарабатываем на этом ничего, в общем-то, только трудимся на благо государства. Так что и здесь тоже могут возникнуть трения и проблемы. И правильно ли я поняла, что вот эти все процессы, они никоим образом не нацелены, а слово совсем, на достижение поставленных Путиным целей демилитаризации, денацификации Украины? Ну, я думаю, что они там все жулики, да, но не, на сумасшедших они не похожи. Поэтому я не думаю, что они всерьез, кто-то из них хоть когда-нибудь всерьез эти путинский бред воспринимал. Они ориентированы не на денацификацию Украины, а на монетизацию своего должностного положения, на конвертацию своих ресурсов властных, финансовые ресурсы. Вот этим они занимаются десятилетиями, и это у них как раз получается. В этом они очень успешны, эффективны. Вот в отличие от всего остального, вот как раз в этом они просто блестящие результаты у них. Поэтому они этим и занимаются. Но, как я уже сказал, сейчас у них будет большой передел, и они будут делить должности, делить рынки новые, делить заказы, финансовые потоки, а это вызовет определенный хаос. И это уже вызывает определенный хаос как в самом Министерстве обороны, так и в отношении Министерства обороны с подрядчиками, как я уже говорил. Скажем так, это тоже может повлиять негативно на обороноспособность фашистского режима путинского.
мы только можем пожелать преуспевать им в этом деле, в монетизации их в дальнейшем просто. Успехов и вдохновения, так сказать. Мешать не будем, а слова совсем. Соединенные Штаты Америки будут представлены на саммите в Швейцарии, но представлены будут, Игорь Виленович, не Байденом, а все-таки вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис. Стоит ли переживать по этому поводу или нет? Я думаю, не стоит совершенно переживать. Дело в том, что Байден, ну, мы видим, он, скажем так, мягко говоря, не в очень хорошей физической форме. И ему, в общем, тяжело, бедненькому. Значит, у него кампания избирательная, ему тут, значит, Трамп, ему, можно сказать, на пятки наступает. Это же вообще ситуация такая, я видел карикатуру, которая просто меня умилила, что называют. Вот, карикатура такая. Дебаты. Стоят два человека. Одного человека на сцену вывозит медсестра, и он в колясочке сидит. Это Байден. А другого человека на сцену выводит охранник. Он сам в наручниках и в робе арестантской. Это Трамп, значит. И вот у них дебаты такие. Да, она, причем охранник так на Трампа подсматривает строго, чтобы он не сбежал из дебатов куда-нибудь там к огороду на свободу. Вот. Ну, реалистичненько, конечно. Да, печально, но факт. Печально, но факт. И я думаю, что одна из причин, почему Байден не едет на эту конференцию, просто у него очень, скажем, для его физического состояния очень напряженная ситуация, и ресурс его, мягко говоря, ограничен, ресурс возможностей. Uh-huh. Вот. И поэтому я думаю, что они решили его задействовать каких-то... Не думаю даже, это точно так. В это время задействовать его не очень, скажем так, большие физические ресурсы, но в мероприятиях напрямую связанных с избирательной кампанией. То есть то, что это как-то применьшит статус самого мероприятия или как-то не так покажет позицию Соединенных Штатов касательно поддержки Украины и нашей формулы мира, не вкладывается в такое решение Штатов послать именно в таком формате делегацию, да? 100%, что это дело не специально, и 100%, что это не приведет к каким-то очень серьезным отрицательным последствиям. Ведь понимаете, в чем ситуация? Представители западных стран, США и их союзников, они и так на этой конференции будут занимать правильную позицию. Да? И США, и Евросоюз, это Япония и так далее. Значит, нужно перетягивать Украине на свою сторону, скажем так, такие квазинейтральные страны там, Латинской Америки, там, я знаю, будут представители Чили, Аргентины, азиатских стран и так далее. А на эти страны, скажем так, какое-то давление США, ну, сейчас невозможно, потому что антиамериканизм в странах третьего мира, в странах глобального юга, он очень сильный. И словно им абсолютно без разницы, что там скажет Байден на этой конференции. Для них он, скажем так, не такой же авторитет, а для многих даже и красная тряпка, как американский президент. У них совершенно другая мотивация. Условный, например, президент Чили, он вообще левый, очень левый человек, но он все равно симпатизирует Украине, просто как человек там, гуманистических взглядов, как ну, в общем, честный, просто как элементарно честный человек. И, условно, это здесь никакая позиция США на него вообще повлиять не может никак, потому что он достаточно критично к США относится, как человек левого взгляда. Ну и так далее. То есть здесь мы не увидим никакого, ах, Байден не приехал, ну, значит, мы там будем сливать Украину. Ничего такого подобного даже близко и рядом не будет. Китай, тем не менее, не поедет, и, как пишет Financial Times, по всей видимости, это стало результатом поездочки Путина к Си Цзиньпиню. Хотя, возможно, конечно, и не только этой поездки. Но в то же время из этой же статьи мы узнали, что хоть Китай не поедет на саммит мира в Швейцарию, Путину никакая сила Сибири-2 не светит. И скорее, как я ее всегда называю, немощь Путина-3 будет ему представлена. Все потому, что Китай хотел доить до подешевле и брать газ по внутренним российским ценам. Вот так. А что мог ли действительно Путин что-то пообещать Си Цзиньпину за игнор саммита в Швейцарии? И вообще, вот это показатель того, что Китай уже хочет использовать как дойную корову, причем такую худощавую, Путина, тоже же говорит о том, что уже явно неравноправные и не безграничная дружба у них. Ну, это уже давно заметно. То есть Россия превращается в полуколонию Китая. Да, вот такой был термин во времена расцвета империализма, там, конец 19-го, начало 20 века, полуколонии. Mm-hmm. Кстати, сам Китай был полуколонией западных стран в начале 20 века. И вот Россия тоже становится полуколонией Китая. То есть формально она независима, но по сути
как политически, так и экономически она абсолютно зависима от Китая. И естественно, что Китай в этом заинтересован, Китай получает прямые просто преференции от этого, и экономически, и политически качает сырье дешевое, доит действительно, как такая передовая доярка Стахановка, да, в две смены доит Россию, выкачивает из нее все ценное, что только можно. И, естественно, Путин вынужден с этим мириться, потому что альтернативы нет. Но, видите, газ свой они даже Китая втюхать не могут никак. То есть газом полный, швах полный. То есть они тут пугали Европу, что она замерзнет, устраивали сами же взрывы какие-то на газопроводах. Но, в общем, в результате добились того, что потеряли европейский рынок и не могут, в отличие от нефти, где они как-то могут компенсировать в Азии, то с газом ничего такого не происходит. И результат будет такой, что за это заплатят российские граждане. Причем даже не «Газпром», который, как известно, принадлежит путинским, Путину лично и путинским клевретам разным, а заплатят российские граждане. То есть будут просто реально за счет них латать дыры в бюджете «Газпрома», будут повышать цены на газ на внутреннем рынке. То есть Китай хотел получать цены газ по ценам внутреннего рынка, так вот я думаю, что скоро цены внутреннего рынка сравняются с или будут близки к экспортным ценам на газ. Что, естественно, ударит по населению. И даже это, кстати, не компенсирует, не сможет полностью компенсировать потери европейских рынков. Даже это не «Газпром» может как бы агонию «Газпрома» несколько отсрочить, но не предотвратить. Путин, по сути, в газовом тупике? Да, с этим абсолютно так. И причем, я думаю, это его страшно бесит. Потому что как бы на доходах бюджета это отражается не в такой цене, вернее так, экспорт газа на доходы бюджета влияет не так сильно, как экспорт нефти. Экспорт нефти гораздо больше дает денег российскому бюджету. Но «Газпром» как корпорация, это давно уже превратилось в личную такую лавочку, да, или свечную фабрику Путина. И Путин просто, и Путин и его клевреты, они просто долгое время на этом лично зарабатывали. На всяких, через всяких номиналов, типа Ралдугина, там, этого виолончелиста и прочее, прочее. И то, что вот это его личная лавочка на грани банкротства, я думаю, для Путина страшно бесит, это неприятнейший удар для него и для его ближайшего окружения. А мы, конечно, не экономисты, но все это связано и ударит также на возможности финансировать военно-оборонный комплекс Российской Федерации, пусть не сегодня, завтра, не через месяц, но в будущем такие потери. Ну, в принципе, да, но, как я сказал, для оборонного комплекса экспорт нефти важнее. Вообще для бюджета экспорт нефти важнее. Тут лично, много личного в «Газпрому», потому что, это, как я уже сказал, «Газпром» – это личная фактически фабрика свечная Путина, да, который, такая лавочка, которую он, в общем-то, уже в начале нулевых потихоньку прикарманил себе де-факто, не де-юра, а де-факто. И поэтому это, конечно, ему по нему сильный удар. Ну, будут машинки там они стиральные изготавливать, они там уже сбор заключили недели две назад, да, не сбор заключили, а забрали себе производство Bosch, который вышел с рынка. Ну, вот будет не «Газпром», а по стиральным машинкам производство. В принципе, тоже неплохо. Спасибо вам большое, Игорь Веленович, за этот разговор. Благодарю, что вы находите время. Всегда приятно с вами пообщаться, и все понятно. Спасибо, что расставляете по местам. До новых встреч. Спасибо вам, Ирина. Всегда рад с вами пообщаться. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Всегда взаимно. И зрители нас послушать рады, что тоже нам не менее, а более приятно. Благодарю. Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии. Была с ним я, Ирина Узлова.